На бенче, где угодно, открывается на маркет, забирает Кэдиона, нужно забирать этот раунд, нет смока пока, чтобы отрезать маркет, но сколько спейса и какую же важную зону собой сейчас перекрывает Никакович, нужно доигрывать этот момент, он доигрывает его, он делает еще один килл, как же все это опасно смотрится, где команда, команда, подключение есть, Нико продолжает лить соляру, там уже Молотов прилетает. Это что, Молотов от друзей или что? Решили поджечь его окончательно? Ну и так уже горит, и еще и четвертого забирает Ника. Можно последнего тоже найти. Нужно нам посмотреть на эйс в этом раунде. Однозначно, бомба, конечно, стоит. Выход будет от Сьюша через Зиг. Ника смотрит колпу, но по информации своих тиммейтов он будет переводить пушку на как раз позицию последнего оппонента. И это будет заслуженный эйс в этом раунде. Вот он, Ника. Нет, там она включается. Минус 4. Ника. Это был раунд, знаешь, one man army. Просто армия одного человека. И сейчас, если бы не он, то...